томат Джала Санта. Вот такой он по внешнему виду. Солнышко отсвечивает. Этот томат я выращиваю первый год. Посмотрим, как растет. Вот на первой кисточке было 4 плода. Один плодик я уже снимала. Пробовали на вкус в разрезе. Очень вкусный томат. Вот вторая кисть. Вот такая вот она по наполняемости идет. Раз, два, три, 5 плодов на кисти получается. Вот следующая кисть растет. Вот выше. Выше плодики завязываются. Этот томат я выращиваю в парнике. Вот сейчас на улице жарко. Парнички у меня открыты. Вот такой вот у меня парник из дуг состоит. Длиной 5 метров. Закрываю его армированной пленкой на ночь. Так вот вверх поднимаю с двух сторон пленочку и закрепляю, чтобы роса не оставалась на листочках. Вот томат Джала Санта. Солнышки еще. Рядом растет томат фирмы «Партнер» «Земледелец». Этот томат я выращиваю уже не первый год. Мне нравятся. Плоды приятные на вкус. Они хороши консервации. Хранятся эти плоды. Вот оранжевый земледелец. И плодов много. Они одни из первых завязались и начали зреть. Это Джала Санта. Так, томат Джала Санта. Вот такой вот он, желтенький томатик. Выращиваю этот томат первый год. Посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой этот томат в разрезе. Семенных камер много. Попробуем как на вкус. Мне нравится томат без кисленки. Такой приятный фруктовый вкус. Томат Джала Санта. Томат «Полосатое сердце» растет в открытом грунте. Такие красивые томатики со штрихами. Бордовые штрихи на них идут. Такая красивая мякоть. Вкусный урожайный томат. Используется для консервации, для потребления в свежем виде. «Полосатое сердце». Семена есть. Рекомендую. Томат «Петруша» растет в открытом грунте. Вот такие вот плодики, похожи на петрушку. Такая красивая мякоть мясистая, арбузная. Очень вкусный, урожайный томат. Рекомендую, хорошо растет в открытом грунте. «Петруша». Томат «Дикий тимьян». Выращиваю первый год, растет в открытом грунте. Вот такая вот завязываемая. Сегодня 24 августа. Вот такие по расцвету плоды. Плод очень... Томат очень вкусный, урожайный. Рекомендую. «Дикий тимьян». Томат «Розовый мед» растет в открытом грунте.
Сегодня 24 августа. Вот листья все здоровые. Много завязи еще. Куст не болеет. Много плодов уже сняла. Розовый мед рекомендую. Очень вкусный, урожайный, болезнеустойчивый томат. Томат, розовый мед. Вот такая красота. Такая красивая мякоть. Очень вкусный, урожайный томат. Выращивала в открытом грунте. Рекомендую. Розовый мед. Томат новый Кенигсберг оранжевый. Томат рос в открытом грунте и в теплице. Но по внешнему виду не различишь. И там он хорошо растет. Вот такая у него красивая мякоть. Томат выращивания первый год сажу из своих семян. Подходит для консервации и потребления в свежем виде. Может полежать. Новый Кенигсберг оранжевый. Доброе утро! Сегодня 29 августа, город Киров. Вот так на сегодня выглядит томат Черный Император в открытом грунте. Вот еще столько плодиков на нем. Очень вкусный урожайный томат. В разрезе показывала. Рекомендую. Томат Черный Император. Выращиваю томат второй год. Растет в открытом грунте. Очень вкусный урожайный томат. Подходит для засолки, для потребления в свежем виде. Томат абаканский розовый растет в открытом грунте. Урожайный вкусный томат. Все такими гроздями. Сегодня 24 августа. Вот еще такая завязываемость у него. Вот это все абаканский розовый. Рекомендую. Алиса. Томат растет в открытом грунте. Сажу первый год. Ой, нет, это не Алиса, это желтые гребешки. Томат желтые гребешки. Вот, так, вот такая вот у них урожайность. Вот это вот все желтые гребешки. Рекомендую урожайный вкусный томат, устойчивый к заболеваниям. Томат желтые гребешки. Вот такая вот красота. Такая мякоть у него, розоватая в серединке идет. Очень вкусный томат, урожайный. Выращиваю не первый год, сажу из своих семян. Рекомендую, семена есть в наличии. Желтые гребешки. Томат Синьорита. Она, по-моему, тоже считается гномом, но высотой она уже 1,5 метра, наверное. Вот такие плодики. Красные плодики снимаю периодически. Вот. Вот все. Ой, увешаны ее плодиками везде, кисточки. Такие небольшие. Ну, на вкус она такая, не скажу, что очень сладенькая. Такой помидорный вкус. Вот так вот для разнообразия можно кустик посадить. Синьорита. Томат «Аленький цветочек». Вот такие большущие розовоплодные томаты. Очень-очень вкусные. Сорт урожайный. Растет в открытом грунте. Вот такая вот красивая мякоть у него. Сорт «Аленький цветочек». Начал зреть одним из первых. Так, рекомендую. Семена имеются в наличии.
Так, томат манимейкер. Этот томат я сажу первый год. Посадила. Несколько плодиков уже снимала. Вот такие они по внешнему виду. Кругленькие, очень вкусные. Пробовала. Ну, вот такая завязываемость. Вот идет кисточка. Вот выше идет завязи. Вот выше еще завязываются. Ну, там вот еще вот видно. Вот еще маленькие завязи везде видно. Так, манимейкер. Мне этот сорт понравился. Растет он у меня в открытом грунте. Вот на кисти. Сколько, наверное? 6 плодиков на кисти. Вот лист такой вот у него. Такой не очень крупный. Буду садить этот сорт. Манимейкер. Томат манимейкер. Выращивала первый год. Вкусный урожайный томат. Вот такая красивая мякоть у него в серединке. Хорошо себя показал в открытом грунте. Так что рекомендую. Хорош для засолки, потребления в свежем виде. Манимейкер. Добрый вечер. Сегодня посмотрим, как выглядит на разрезе томат фиолетовый чероки. Вот такой он по внешнему виду. Это томатик. Сейчас посмотрим, как он выглядит на разрезе. Вот такая вот мякоть у него. Серединка мясистая, сердцевина. Ну и камер семенных много. Фиолетовые чероки. Так, не свешила сколько. Примерно на вес. Сейчас посмотрим. О, 214 грамм на вес. Поменьше возьмем. Этот 130 грамм. Так, попробуем на вкус. Этот сорт я выращиваю в открытом грунте. Приятный вкус, особой кислоты нет, сладость в меру. Этот сорт урожайный, я его сажу второй год, думаю садить, продолжать его. Фиолетовый чероки. Еще раз по внешнему виду его покажу, вот такой вот он. Только то, что он трескает на кусту. Это минус для этого сорта. Все, всего доброго. Доброе утро. Сегодня 29 августа, город Киров. Вот так сегодня выглядит в грунте томат сердце Италии. Вот такая еще завязываемость у него. Очень вкусный урожайный томат. Подходит и для хранения, для переработки, потребления в свежем виде. Сердце Италии. Рекомендую. Томат черный трюфель, урожайный, вкусный томат, может полежать, лёжки, использовать может для консервации и в свежем виде покушать. Выращиваю каждый год, беру свои семена, рекомендую, черный трюфель. Томат гном махагони. Сегодня 7 августа. Вот так выглядит этот томатик. По внешнему виду. Вот два плодика созрело.
Вот и выше плоды завязались. Листочек лишний убирать. Вот выше завязывается. Вот тут еще вот веточка растет тоже, вот плодики завязались. Ну, сам кустик, наверное, около метра высотой. Вот он такой небольшой. Махагони. Первый раз эти плоды садила. Будем снимать, смотреть на разрезе, пробовать на вкус. Томат гном махагони. Рос в открытом грунте. Я проживаю в городе Кирове, Волго-Вятский регион. Выращивала первый раз. Урожайный, очень вкусный томат. Компактный, невысокий. Рекомендую. Гном махагони. Томат тасманский шоколад. Это томат гном. Вот такой он вот выглядит внешне. Такой томатик вот. Посмотрим, как на разрезе себя покажет и на вкус. Вот такой на разрезе этот томатик. Семенных гнезд много. Сейчас попробуем на вкус. Так, семечки уберем, чтобы их не скушать. Один томатик мы скушали, очень вкусный. Начал зреть самый первый из гномов. С преобладанием сладости. Кислинки, можно сказать, что нет. Вкус такой фруктовый, очень приятный. Тасманский шоколад. Томат гном. Гном «Бархатная ночь». Сегодня 24 августа. Много плодов я уже сняла. Еще вот завязываются и завязываются плодики. Вот, высотой примерно 70 сантиметров кустик. Гном «Бархатная ночь». Рекомендую. Томат «Гном. Бархатная ночь». Рос в открытом грунте. Я живу в городе Киров, Волго-Вятский регион. Вот такой он по внешнему виду. Такая красивая у него сердцевинка. И очень вкусный сладкий томат. Урожайный, компактный. Кто не садил, рекомендую. Томат гном. Малиновая нерка. Вот так он выглядит на сегодня. Сегодня 28 июля. Это вот первая кисть. Сколько здесь? Четыре плода. Там вот другая кисть идет. И выше завязана. Вот такой плод по внешнему виду. Мы потом рассмотрим в разрезе, какой он по вкусу. Значит, эти томаты я выращиваю первый раз. Ну, по высоте он примерно метр. Вот такая верхушечка. Куст компактный. Вот у меня два кустика рядом посажены. Это через, наверное, 30 сантиметров. Малиновая нерка. Вот второй кустик. Вот такая у него завязываемость. Вот тут первая кисть. Четыре плода. Вторая кисть. Вот выше завязи идут. Ну, созрел, будем пробовать на вкус. Томат гном, малиновая нерка. Очень вкусный урожайный томат. Компактный. Выращивала первый год, рос в открытом грунте. Проживаю в город Киров, Волго-Вятский регион. Гном, малиновая нерка. Рекомендую.